октябре музыкальное сообщество будет чествовать Сергея Прокофьева. В 2016 году исполняется 125 лет со дня рождения. Рассказать о программе фестиваля, посвященного его творчеству, пришла челябинский композитор и председатель регионального отделения Союза композиторов РФ Татьяна Шукеровина. Татьяна Юрьевна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Татьяна Юрьевна, ну расскажите, в какие сроки будет фестиваль проводиться, во-первых? Фестиваль, открытие его состоится 7 октября, это уже на этой же неделе, в пятницу. И открытием фестиваля станет приезд абсолютно потрясающего коллектива, музыкального коллектива. Это хор и симфонический оркестр Государственной капеллы Санкт-Петербурга под управлением Александра Чернушенко. Они привезут к нам в Челябинск ораторию «Иван Грозный», которую написал Сергей Сергеевич Прокофьев. Кроме того, наш камерный хор в программе фестиваля исполнит другую ораторию Сергея Прокофьева. Это Александр Невский. Вообще, и до какого числа будет фестиваль? Вообще вся программа фестиваля рассчитана с 7 октября по 31 октября. Ничего себе фестиваль. Фестиваль получился у нас огромный. Дело в том, что когда еще в ноябре месяце прошлого года ко мне обратился генеральный директор Челябинского концертного объединения Алексей Пилымский с предложением о проведении такой крупномасштабной акции, мы, конечно же, композиторы и музыканты города с радостью поддержали эту идею. И программа фестиваля насчитывает 14 концертных программ. Надо сказать, что гостями фестиваля будут такие люди, как я уже сказала, капелла под управлением Чернушенко. Кроме этого, к нам приедет лауреат первой премии и обладатель золотой медали 15-го конкурса пианистов имени Чайковского. А вообще, как много участников будет на фестивале? Ну, представьте, та же капелла Чернушенко. И хор, и оркестр. У нас тоже будет работать хор имени Валерия Михальченко под управлением Ольги Селезневой. Будет работать оркестр классика, будет работать детский оркестр, молодая классика. Вот. Кроме того, уникальной акцией в программе фестиваля будет такой момент, которого в России еще до этого не было. Да, интересно. Удивляйте. А именно, в классе профессора Евгения Александровича Левитана была подготовлена огромная программа. А программа включает в себя все фортепианные сонаты Прокофьева. Такого в России еще не было, чтобы в двух вечерах подряд прозвучали сложнейшие произведения Сергея Сергеевича. Это не слушается Челябинск Прокофьева. Это не каждая консерватория может себе позволить вот именно такую акцию. А кроме того, в программе фестиваля будут и мировые премьеры. То есть, казалось бы, да, у Сергея Сергеевича огромное количество музыкальных произведений, и все они были исполнены. Все, да не все. Вот, например, что-то новое нашли или что-то забылось? Что-то потерялось? Нет, не потерялось. Дело в том, что, например, когда я подумала о том, а что же у меня будет играть оркестр «Молодая классика», что же Сергей Сергеевич написал для детей, чтобы именно сами дети в оркестре могли сыграть? И как оказалось, что такого произведения у Сергея Сергеевича нет. Ну... Нет, подпишем. Будет. То есть я, изучив написанную им музыку для детей, нашла абсолютно потрясающий фортепианный цикл, который называется «Детская музыка», опус 65. И когда я его услышала, я была просто потрясена удивительной образностью и яркостью музыки композитора. Его, несмотря на то, что произведение написано для фортепиано, оркестровостью мышления. И именно для нашего оркестра «Молодая классика» я оркестровала этот фортепианный цикл Прокофьева. И он впервые в истории, то есть будет мировая премьера, что произведение Прокофьева прозвучит не в оригинале, как он ее написал для фортепиано, а в оркестровом исполнении, который будут играть дети. Татьяна Юрьевна, вы гений. Мне кажется, это будет интересно. Скажите, пожалуйста, вы нам писали что-то невероятное. Это не фестиваль, это прям праздник какой-то. Скажите, пожалуйста, сколько площадок будет задействовано? На скольких площадках все это? Значит, площадки будут, но открытие будет во дворце железнодорожников. Кроме того, конечно же, программы фестиваля будут проходить и в концертном зале филармонии, и в органном зале «Родина», и на площадках двух музыкальных вузов. Это ЮРГИИ и ЧГИК. Так что мы, конечно же, с радостью приглашаем всех гостей города и
жители Челябинска посетить эти программы, которые подготовили лучшие музыканты Челябинска и гастролеры, гости, которые приедут поддержать наш фестиваль. Ну что ж, большое спасибо, спасибо вам, Татьяна Юрьевна. Желаем удачи фестивалю. Совсем скоро он уже откроется, так что будем... Приходите обязательно сами. С нетерпением сами, да, будем ждать. Да. Спасибо. Дорогие спасибо. Друзья, я напомню, что в студии была председатель регионального отделения Союза композиторов РФ Татьяна Шкербина. Ну, а мы вернемся в эту студию сразу после...